Всем здорово, ребят. Ну что, у нас Бравл Старс. Вчера я уже не записывал видосик, потому что кушал шашлычок. В общем, как видите, я по чуть-чуть двигаюсь к 17к кубков. Я начал усиленно качать аккаунт. Начал задротить, в принципе. Довольно-таки, как видите, неплохо задрочу. У меня уже герои подгоняю, я начал ходить в одиночные, в парные, но в основном я играю, я так и не показал вам, в рандоме, не с тиммейтами, то есть это кубки не набиты с тиммейтами, я набиваю их сам, в рандомчиках очень редко я бываю с кем-то со своих бегаю, так пару каточек, когда там приглосики в основном, как видите, это у меня 3 на 3, в рандоме, то есть это намного дольше, намного сложнее, но зато это кайф. От этого реально бомбит, когда тебе попадается сложная тима, и ты думаешь, как ее слить. В общем, вот таким вот образом я бегаю, набиваю, то есть мы идем к 17к. Дальше я планирую делать турнирки с призами, поэтому пишите комменты, какие варианты вы думаете сделать, и будем над этим думать. Так, ну что, мы тут сольемся. Скорее всего, да, рукожопы. Я на нем практически не играю на кольте, поэтому я им очень плохо управляюсь. Говорю, плохо управляюсь, плохо им играю еще. Я в основном играю на других героях. Да, тут, конечно, слип. Ну, Кольта я не особо люблю. Это не мой любимый герой. Не знаю, мне он... На нем вот реально надо нормально. Ну, что я тут один могу сделать? Ни хрена. В общем, вот так вот. Плюс-минус. На нем реально вот... у меня цель набить 17к. Это надо сидеть, кто хочет там быстро апать кубки. Ищите себе нормального тиммейта, идете. Ну, одинокий пик сегодня карта, я не знаю, такая для меня, честно говоря, сложная. Потому что тут надо все делать быстренько. В дуо она, кстати, очень даже неплохо заходит. Чуть меня не слили. О, здорово, бро. Я вам там помогу. Ну вот, если бегать в одиночных, вот так вот в кустах крысить, в принципе, доходишь до какого-то там, до пятого места, и ты по-любому получаешь плюс в кубках. Я это делаю, ну, крайне редко. Я не люблю такой стиль игры. То есть сидеть чисто фармодрочь ради кубков. Я уже говорил. Я играю в удовольствие. Ну, конечно же, тоже хочется нормально кубасиков набить. Как видите, я уже 16к наапал. Давай, давай. Ну, вот, мы уже в пятерке. По сути... Я уже не сольюсь, то есть я могу еще дальше, если повезет, там дойти до второго места, а на крайний случай, если повезет, то и первое затащить. Ну, конечно, я рукожоп, поэтому мне этого не видать, там бо заряженный уже на максималку. Ну, вот таким вот образом можно сидеть и кустодрочить целую катку. Сейчас подождем, пусть еще кто-то один сольется. Вот, уже плюс. Ну, это я зря побежал. Сейчас меня тут сольют. Не.
Нормас, давай, давай, прыгай. Его убей первым. Блин. Я занял не второе место, как видите. Плюс 8 кубков. То есть таким вот образом многие ребята сидят задротят. Не знаю, мне, честно говоря, такая игра напрягает. Я люблю, когда оно все быстро, жестко. Поехали в парны. То есть таким образом можно апать кубки, думаю, до 600 плюс. Главное иметь хорошего тиммейта. 3 на 3 тоже там. Ну, если у вас есть тиммейты хорошие, то в принципе вы быстро зафармите все. И быстро апнетесь. Потому что в рандомчике так начинается подвисание. Да, вот жалко, что он со мной не побежал. Блин, еще и подвисает так. Все, с Розой мы прощаемся. Забирай. Ух ты, блин, какая жирная там Шелли у нас есть. Это я, конечно, провтыкал свою супер ульту. Так, тихо ша, тихо ша. У нас уже столкновение. Ничего себе. Ничего себе, сказала я себе. Видите, я не все-таки не особо рукожоп. Можно вот таким вот образом тащить в дуо. То есть, в принципе, как вариант. Вот 550. 21 ранг. Ну, давайте. Он не согласится со мной рукожопом играть. Нет, все-таки согласился. Не настолько я рукожоп, оказывается. Коль, конечно, классный герой, но, блин, не знаю, мне он немножко пока напряжный в плане того, что я привык жать на автоатаку. Это и есть очень плохо, конечно, но в большинстве случаев это реально спасает. Особенно, когда вот так вот надо поразбивать. Ух ты, какие там сидят жирненькие. Ребята. Видите, как я умею. Ну вот, третье место у нас, в принципе, уже я не солью кубки. Жалко, тиммейт не помог мне. Так, сейчас нас тут, наверное, развалят. А, обидно. Обидно, обидно. Ну, вот видите, третье место. То есть, таким образом, если сравнивать 3 на 3, там я плюс-минус сливаю. А здесь, допустим, я практически выхожу в ноль, а то и в плюс. В зависимости от того. Так, Фрэнк. Ваншот. Ну, что-то я в этом сомневаюсь. Но таким вот образом можно неплохо подниматься в кубках. Но опять же, надо иметь хорошего тиммейта. И не так сильно рукожопить. Я не знаю, где-то мой Фрэнк. Скоро мы с ним, наверное, попрощаемся. Сейчас меня тут сольют.
Ну, все, что мог, я сделал. Обидно. Обидно, обидно, обидно. Ай-яй-яй, зря он так рано ульту выпустил. Эх, все шансливо, как обычно, ребятушки. О, давай, давай, бро. Помнишь меня, да? Ну, тут вариант. Самый лучший вариант, это уже, конечно, ныкаться и пробовать. Тут 2500 с ульты, конечно, это жестко. У нас вариант второе место тащить. Или первое вот так вот. Не совсем я, ребятушки, рукожоп. Я, конечно, пошутил, что я рукожоп. Но играть я немножко умею. В общем, вот так вот батька тащит. Ну, конечно, все зависит от того, с какими вы будете играть тиммейтами. Если взять, допустим, я сейчас веду всех по чуть-чуть до 600, очень многое зависит от локации. То есть очень многие персонажи раскрывают себя в некоторых локациях. То есть если взять, вот, например, сейчас мой вариант. Ну, не знаю, мне он здесь, допустим, не очень заходит. Кактусик. Попробуем найти. Не, никого нету. Странно. Тоже никого нет. Этот попался. Блин, не подвисай так, ну. Вот обидно, самое обидное, знаете, когда бежишь и у тебя оно подвисает. Hello, bro. Да ну нафиг. Вот видите, как обидно бывает. Вот тут уже, я думаю, без вариантов. Нифига себе, посмотрите на вот это. Это, конечно, жестко. Слился, блядь. Вот больше всего люблю эту хрень. Обидно, обидно. Сейчас мою сольют, наверное. Давай, 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 давай. Да вниз ты иди. Жестко, жестко. Все. Моя, блин, моя не туда побежала. Хорош. Ну а нафига сюда прыгать? Это пипец, ну. Это просто жесть. То есть, как видите, давайте с Артемчиком раскатнем. Давайте. Так, только не броубол. Или в броубол пойдем. Броубол. Ну тогда я возьму вот этого френда. Попробуем. Так, что он там поменял? А, он в дуо. Значит, в дуо мы возьмем. Кого возьмем? Давайте возьмем Барли. Разок катнем. То есть, если бегать, сидеть, задротить,
А в одиночке либо в дуо, я вам скажу так, вы очень быстро апнете там 500-600 кубков. Как видите, ничего сложного в этом нет. Что, варианты, будем сидеть и ждать? Или будем всех шатать? Что вы скажете на это? Ух ты, блин. Злобный, злобный тип. Так, сейчас он будет по-любому меня выцеливать. Так, до свидания. А тут самое главное сейчас просто не поддаться. Очень далеко забежала. В общем, вот так вот, ребятушки, так вот я бегаю. По чуть-чуть, как видите, мой скилл поднимается. То есть, если вы будете хорошо задротить, скажем так, по часов 5 в день, я уже играю больше недели, то, в принципе, ничего сложного нет. Здесь весь трэш начинается в центре. Так, еще одного минуснули. Давай, подходи, подружка. Смотрите, какой там движ. Какой... Да, тихо, 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 не убивай меня, не надо. Не убивай, я хочу жить. Блин, обидно. Ну, видите, тут реально тащат дальники иногда. Особенно Пайпер. Ну, ничего не сделаешь. Барлея тоже надо качать. Хорош. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, ша. Не сливаемся. Хорош. А теперь неплохо было бы бежать на нее. Ну да ладно. Эх. Ничего не мог сделать, видите, чуть-чуть не хватило. Ну, третье место. То есть я опять же не слил. В итоге что у меня получается по кубасикам? Еще плюс
Ну, поехали, еще одну каточку сделаю вам, такой длинный видосик. Я надеюсь, сейчас мы возьмем топ-1. Очень сильно я на это надеялся, но, увы. Блин, ну куда ж ты побежал? Чуть-чуть не хватило. Ну, видите, взяли топ-1 с конца. Вот так вот. Плюс-минус. В итоге такие вот каточки, ребятушки. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Думаю, уже сегодня я доапаю наконец-то 17к. Всем удачи, всем пока.